Добро пожаловать в мой дом. Лучше бы поехал на Багамы. Привет. Все хорошо? Не бойся. Очень важно провести обряд именно сегодня, в годовщину смерти Карины. После обряда мы похороним сестру. А где она сейчас? Это настоящие волосы, Кар. Зачем ты вырыл в лесу могилы? Кого ты хоронить собрался? Это не то, что вы подумаете. Быстрее, уходим, уходим! Такой демон мог появиться только если убийца Кара участвовал в обряде. И демону нужно тело. Сосуд. Это после того обряда. Он слетел с катушек. Но ты доверяешь Петру, а не своим друзьям. Моим друзьям? Ну что, если вы нам не друзья? Это угроза? Что ты обо мне знаешь? То, что вы сделали с Карой. И не только с ней. Тогда знаете что? Будем тянуть спички. Кого первым убьем?